чё ты застрял-то, блядь, придурок? Куда они все делись, нахуй? Хрена не понял. Вообще ни хрена не понимаю, что происходит, блядь. Они почему-то резаются. И мои души, блядь. Вот. Что за хрень? Это резается, да вы что, издеваетесь нахуй? Они просто все резаются. Ебать, больно. Ебать. Это-то откуда прилетело, нахуй? Та-та-там. Так, откуда я... Как-то спуститься надо. Чего они резаются, а? Закрыться. Ебать, их там наколупали. Это просто пизда. Не, ну хрен с ним, я согласен, я не... Я... Дайте мне понять, что происходит, почему они резаются.
Я уже забил на души, на байты, на килобайты, блядь, на мегабайты. На гигабайты, ёп! Твою мать. Вот тормозов, когда нет, блядь, происходит такая хуйня. Тормоза придумали, трусы, хуй там, блядь. Тормоза придумали гениальные люди, ёпты. Вообще гениальные люди придумали план действий, а у меня его нет нихуя. Мне пидоры всякие убивают. Чё за хрень? Как будто я нулевого уровня. Смотри, чё. Он тут же, блядь, воскресает, нахуй. Как будто нихуя не было. Я вообще нихуя не понимаю. Ебать, смотри, чё. Это просто пизда. Ему вообще насрать. Ну, блядь, я думал, их воскрешают вот эти маги, нахуй. Убил мага. Ничего не изменилось. Куда идти-то нахуй? Не разберешься так просто. Просто не поймешь. Ну он стоит, да? Ну стоит он там, ну чё, давай слазь. Допустим, я сюда спрыгну. Допустим, я грохну вон того мага, допустим. Чё мне, блядь, с мышкой нахуй? Мышка ещё что-то тупит. В жопу. Не знаю, опять сюда пришел. Или это другой телепорт? Что? Нет, вроде тот же. Хз, бегаю кругами, как дурак. Бэкстап. Нате по башке, блять. Нате, сука, нате. Ага. Ну вот, так вроде не спавнится. А то же это пиздец, убьешь, блять, он тут же возникает, нахуй. Нихуя б себе. Так бы играть-то. Так, ты чё, козёл? Тоже надо тебе? Тебе не хватило, что ли? Написано.
Надо, наверное... Ага, ну вот так не резаются вроде. Ладно. Понятно. Значит, все-таки их маги оживляют. Колдуны этих. Хуевы. Так. Что у нас есть? Так, ты стой, пока ничего не делай. Я перезаряжаюсь. Я, блядь, кому сказал ничего не делай, сука? Не понимаешь, что ли? Ага, тут, значит, тоже маг есть. Понятно. Надо его валить. Где он? Вон ты, какая сучка. Так, ты умри. Надеюсь, тут не тупик. Надежда умирает последней, конечно, но вроде бы нет. Ага, а вот и спуск, да? В принципе, их особого смысла и валить-то всех нет. А, это шорт какой-то, да? Судя по тому, что лестница была... А, так это босс, что ли, ёптать? Хера я дошел. Ладно, пошли. Ну да, это босс. Оплавленный загрязнитель. Ват? Оплавленный загрязнитель. Тихо. Спокойно. Повышает эффективность гранат. Ага. Чё, куда делся? Блять, сука. Это чё за нахуй? Падла. Ах ты падла. Плавленный загрязнитель, блядь. Ладно, сучоныш, сейчас. Сейчас я к тебе тропинку протопчу сначала. Потому что я ни хрена не помню, как тебе бежать. Вашу мать. Да, я вообще не вкуриваю, куда я побежал. Вроде бы... Блядь, только не падай, сучка. Да сраный лок, ёбаная рота. Бля, бежал куда-то, выбежал на куда надо. Нихера себе путь до босса, вы чё, бля, издеваетесь нахуй? Ну ладно. Все мелочи. Ай, ну чё, давай, кто тут есть живой?
нет, ну куда ты? Ну, блядь, это просто пизда. С этим сраным локом, блядь. ГГ похуй, он идет, блядь, по прямой, нахуй, все, ёпать. Ему влево жмешь, он, блядь, он в лаву, нахуй. Так, как же туда добежать-то? Где это вообще, блядь? Так, тихо. Тихо, успокойся, блядь. Все хорошо, все хорошо. Скоро все будет хорошо. Скоро все будет отлично. Пока сосем. Обсасываем лаву. Блять, надо как-то сориентироваться. Потому что я даже направление движения не представляю, куда идти. Как-то надо по-хитрому, чтобы к нему идти, не так же. Под пиздюлями всю дорогу. Это ж скучно. Ага, во. Лесенка. Допустим, я туда спрыгну. Ну ладно, сойдет. В принципе, у меня есть этот амулет кошка, который от падений при уменьшает урон от падений. Охренеть, охренеть, охренеть просто. Просто охренеть. Ничего не успеваешь сделать. Ничего вообще, ничего. Ничего не успеваешь сделать. Только сдохнуть успеваешь. Прибежал к боссу, сдох, заново побежал. Это ж так охуенно весело, я просто... Дайте вот что-нибудь сделаем. Код защиты, окей. Чуваки! А, денег нет. Так бы сразу и сказали. Нету денег у вас. То пишут херню всякую. Бля, это, наверное, мало, нет? Сколько надо-то? 300? Снижает урон от холода и длительность всех соответствующих... Так вовремя, блядь! Прям вот... Мне тут не от холода нахуй надо, а от жара, блядь, ёптать. Так, вот это мне не надо, а мне надо кошку. Не кошка. Вот кошка. Давай. Вставляйся, блядь, ебать. Во, отлично. Нет, вот игра хорошая, но вот менюшка, вот это вот, блядь, извините меня, ребят, конечно. Но руки вам оторвать за нее. За все позолотить руки, а вот за менюшку оторвать нахуй. Блять, я никуда опять побежал. Да ты, пидор, охуел, что ли, блять? Ой. Помогите, помираю. Спасите, помогите. Куда бежать, блять? Во, вот сюда. Нихуя себе уменьшает. И че он уменьшил? У меня такое ощущение, что кольца здесь нихуя не работают. Оно у меня давно уже такое стойкое ощущение.
блядь! Мне еще вот эта вот надпись нравится. Убито. Не убиты, не убит, а убито. В смысле убито? Вы ко мне как к кому относитесь, нахуй? Ой, ладно. Давай еще раз. Короче, кошку в жопу. Да, что-нибудь еще поищем. Что это такое? Повышает усиление особого оружия, бесплотность, вандал. Увеличивает урон гранатометом, повышает устойчивость. Снижает получаемый урон, повышает устойчивость. Вы будете получать больше. Ну, тут вот это вот, а, живучесть, нет. Ну, вот это вот самое полезное, на самом деле. Только это, по-моему, тоже нифига джезы бы не работает. Потому что 10% ребята, это увеличение урона в 100 раз, блядь. В 100 раз, ёбаных. Вы считать умеете, нахуй? Я прыгнул. Я, в смысле, перекатился. Но всем насрать. Особенно тому гадскому магу. Ай, блин, я не туда бегу. Туда. Ну хорошо, а если я, например, хочу по-человече тут спуститься? А, то есть без кошки я тут вообще дохну, да? Отличная новость, ёптэма. Отличное начало дня. Отличное начало дня просто. Ой, ёптэч. Микрофон аж упал. Ладно, сейчас разберемся. Не ссать, не ссать. Так, ладно, хрен с ним. Что тут дали, блядь? Разрыватель цепей. Разрыватель, подрыватель. Чего хорошего, короче. Наверное. Что такое? Клинок. Надо. Что такое? Катана. 24 чего надо? Искусности. Улучшить, что ли? Надо улучшить. Потом. Не сейчас. Сейчас денег нет. А еще надо как-то ваншот от падения избежать. Ваншот от падения. Еще надо. Не попал. Попал. Так, значит, ваншот от падения как избежать? Давай посмотрим. Допустим, я бегу сюда. Бегу сюда. Да, блядь. Я под прицелом. Спасите, помогите, блядь. Куда-то я не туда бегу, да? Или туда? Не, куда-то я не туда бегу. Ой, 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 ой. Ох, как-никак, как трудно жить. Как трудно жить. Раз, раз. Раз, раз. Раз, раз. Раз. Это я микрофон сейчас проверял. Попал, сука,
Так, я куда-то не туда побежал. Или туда. Вы задрали нахер. Особенно ты вот. Прыгнуть-то, а? Аккуратненько так. Ну чё, блядь, локацию зачищать, что ли, ёптать? Чтобы найти, как пройти туда. Наверное, придется. По-другому-то как? Ну не всю, а... хотя бы вот это место. Значит, пока я защищать буду, ну, надо один раз пронюхать путь. В общем-то, и все. Ну, давай, чё. Спешка хороша при ловле блох. Ну вот, зачищать. Как же зачищать? Надо сначала тогда этих убить. Всех. Да ну в жопу. Не хочу. Петух гамбургский, блядь. Как клёво, клёво. Сейчас было клёво вообще. Сейчас было отлично. Как он улетел, мне понравилось. Почему стреляет? А. Подохни, сука. Изыди. Анимация такая, конечно, прикольная, как он со своим девайсом управляется. Офигел ты? Сюда иди. Вот и стой там. Козлятина, я путь пока поищу. То есть мне надо... вниз. Куда вниз? Я уже опять потерялся. Куда прыгать, хуй? А, во, проход. Да? А, нет, это не то. Это я назад бегу. Вот сюда. Ага, во, вон туда. Так, а как туда пройти? Нет. Вот сюда. Что-то лежит. Ага. Вот сюда, потом сюда. О, сундук не облупанный. Код атаки. Хорошо. Но тут тупик. Значит, не сюда. Откуда вы опять все прибежали? Зачем, главное?
Так, тут закрыто. А, вот. Нет? Может быть, может быть. Точно, вот. Ага, во-во-во-во, да-да-да-да-да-да-да-да. Во, нашел, все, да. Ну теперь, наверное, можно сдохнуть. Потому что с двумя хилками там делать нечего. В любом случае. Тафай, тафай. Тафай. Тафай, трушочек, пойдем с тобой на поса. Поса будем пинать, бить руками. Так, ты не попадешь. Так, дальше куда? Сюда? Ай, нет, сюда. И сюда, а куда, а куда, а куда? Блять, пидор ебаный, блять, пошел нахуй. Говнодава кусок. И ты тоже пошел нахер. Так, сюда. Сюда. Сюда, сюда. Так. Так, так. Давай ты не будешь застревать. Так, и сюда. Угу. Хорошо. Ой. Ну чё, хилка, хилка. Морально приготовились. Вышли сюда. Вылечились. О, блядь, прыгнули. Это что такое, нахуй? Пошел ты нахуй, дядя, вот тут. Блин. Блин, заразы. Сложно. Давай, 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 давай. Нет. Это просто пиздец, нахуй. Ну ж вблизи держаться. Наверное, вблизи надо держаться. Че я бегаю, блин? Ну-ка, дай-ка я вот что сделаю. А. Емкость 3000. А, хранилище большое, что ли? Емкость огромная. Дальше. Да, давай, улучшаем, наверное. Так. И второй, наверное, тоже сразу. Кто-то тоже, наверное, да? Да блин. 10 000, 10 000. Емкость. Да не сменить, блять, улучшить ее. А. Вот это, да, лучше. А, кто ты, твою мать? Спецкомплектов нет теперь. Ладно, хер с ним. С какого-нибудь раза я дорогу выучу.
Я обещаю. У меня даже мата уже не хватает на этих пидоров. У меня запас злобных фраз кончился. Все уже. Ладно, надо успокоиться просто и все. И убить его. Попробую вблизи держаться. Прям вплотную, вплотную. Это наверняка у него там. Вплотную, вплотную он лох. Посмотрим сейчас. Давай, колдуй, колдуй. Четверть хп, блядь, нету нахуй. Я так и предполагал, где он? А, блять, вот та-та-та атаки, да. Та-та атаки надо как-то по-другому уворачиваться. Надо в бок идти, наверное. Ускоряет восстановление выносливости. Мне тут пригодилось бы. Так, я запомнил уже. Не попал. Не попал. Блин, выносливость, выносливость, пожалуйста, милая. Давай, зеленей, быстрее, ёб твою. Ну, вот уже лучше, блядь. До босса уже лучше добегаю. Так, давай. Хорошо. Уже даже и хилку можно не тратить. Так, теперь ты. Не торопись, я еще не пришел. Так. Давай. Так. Так. Хорошо. Перезаряжаемся. Йон. Нет, 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 нет. Сучка. Что-то задумал, сука, нехорошая. Пошел. Дреня. Лечимся. Перезаряжаемся. Где он? Где эта тварь злобная? Блин. Лок, 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 лок. Ну и все, он покойник почти что. Ах ты, падла. Он нахрен с тобой. Лечимся, 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 лечимся. Давай, 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 давай. Пидор, блядь. На, нахуй. Соси. Тридцать минут нервов, блядь. Сабля капитана. Я капитан! Хо-хо-хо! Мне саблю дали. Идите все в... туда. Что тут еще есть? Все, ничего больше не что ли? Еще раз, не спеша.
Вот как бы вот босс, да, и все. Ну, то есть вот победили босса и думаем, что локация закончилась. На самом деле, скорее всего, нет. Просто надо в другую сторону еще идти. Потому что вот что происходит, вообще непонятно. Может быть и все. В общем, я сейчас сам с собой разговаривал, нахуй. Тут вроде бы больше нет ничего. Зири-зири. Сейчас обратно идти каким-то образом надо. А как идти, если эти пидоры здесь стоят? Потому что их вот этот. Герб хранителя. Все равно заперто, да? Что надо? Хера не вижу. Краб. Херня, короче, какую-то надо. Ну что, мне с вами биться, что ли? Да идите вы нахер. Не хочу. Здесь опасно. А, черт. Тупик. Куда дальше? О, я же говорил, еще что-то есть. Вот, пожалуйста. Ага. Давай. Не тупим, не тупим, не тупим, не тупим, пожалуйста. Быстрее, 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 быстрее. Здесь съебываем отсюда нахер. Сваливаем отсюда нахер. Yes. Хотя тут же еще один босс был, да? Та-т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 а
убил, гад. Раз пять. Откуда, интересно? Здрасте, блядь, мордасте. Чё, босс? Ты босс? Ты босс, сука. Я вижу. По глазам. А у меня души. На этот случай у меня есть реле. Адьос, пацан. Я тебя запомнил, блядь. В гости еще приду. Откуда у меня 5 реле? У меня одно было. Ну, я говорю, когда дают лут из сундуков, очень быстро. Да чё нахрен такое сейчас было, блядь? Это работает как костер телепортейшн? Обалдели, что ли? Вот это сейчас нелогично вообще. Совершенно нелогично. Я рылюшку потратил на эту нелогичность. Меня сейчас тут убьют еще до кучи. Так, ладно. Дайте мне понять, куда идти, и я пойду туда. Я куда-то не туда прибежал, а? А, сюда. Чух. Полез. Давай. Давай, ты сможешь, я знаю, я верю в тебя. Я верю в тебя, ты сможешь. Ты смогешь. Давай.
Молодец. Молодец. Молодчина. Все. Мне душ-то, наверное, уже не хватит на уровень, да? 43, да? 43. 43. 40 большой. Маленький. Емкость. Угадал. Так, ладно. Давай что-нибудь прокачаем. Бонус перезарядки вроде нормально. Бонус к критическому удару. Сила. Усиление оружия ближнего боя. На уклонение, ладно. Сосредоточенность. Выносливость. По-любому. Выносливости не хватает уже. Специальных компонентов нет. Дали какую-то саблю капитана. Во. Использовать я не могу. Ну и ладно. Новый аспект. Увеличить урон на близком расстоянии. Это как раз вот для меня. Прямо вот для меня. Блин, как он назывался? Опять забыл прочитать. Волк. А, вот. Увеличивает урон на близком расстоянии. Волк. Наемник, волк, солдат. Я понял. Смотрите. Видите, иконки одинаковые. И все. У меня все это эквипнуто. Это как раз вот для тех, кто с дробовиками ходит. Вот. А еще я отсюда хочу свалить нахер. Так, я, во-первых, хочу этот костер прокачать. Я его не прокачал вроде бы, да? Не прокачал. Так, емкость байтов средняя это 3000. Я не всасываю, где вообще это находится, поэтому придется пешком бежать. Вроде бы он там. Я только вот... А, ну вообще-то... Ладно. Туда главное добежать живым. И невредимым. Не, просто добежать. Можно даже вредимым. Туда надо просто добежать. Конечно, еще по локации бы походить, побродить. Наверняка еще что-нибудь есть, но на записи это делать такое себе удовольствие. Тем более надо уже запись-то и заканчивать. Эх. А. Ненужная лестница, да-да-да. Так, ну тут этих надо, наверное, грохнуть, иначе я не добегу просто. Я сейчас к тебе приду, стрелок херов. Ну-ка. Они... И я что-то не так делаю, они жирные стали.
Чем больше я прокачиваюсь, тем жирнее мобы. Это стойкое ощущение. Музон тут прикольный. Тут они как-то легче все убиваются. Все равно. А на той локе как-то прям ни хрена не легче. Что там за блядство стоит? Конструкция такая просто. На блядство похожая. Тут был, что ли? Опс. Все был. Та-да-да-та-та-дан-дан-дан. Клетис, ну? Так, с тобой я биться не буду. Даже не упрашивай. А с вами я буду биться? Так, а где это было вообще? В самом начале было где-то. Теперь осталось найти это самое начало. Так, ну собственно... Где у вас тут самое начало? Ой, да перестаньте. Я выход ищу. Помогли бы лучше на выход найти. Ага, вот где-то здесь вроде, да? Вот здесь, по-моему. Ну пошли, ладно, попробуем. Как с ним биться-то? Та-да-дан-тан-тан. Скверни оставшийся мир, что? Побежал! Пум-пум-пум-пум-пум. Интересно, я дострелю сюда, да нет, конечно. Ты не охренел? Мне кажется, тут, знаешь, что поможет? Две живучести. Чтобы они с двух выстрелов не убивали. Вот, если я прав, то это поможет. Но это надо к обелиску идти. Или встать вот здесь, допустим. Ха-ха-ха.
Возможно. Невозможно за всеми уследить. Ну, пока что невозможно. Блин, а еще надо было кувалду брать огненную. Тут же типа... Лечись, блядь! Ёпты, нажал же! Тактика не работает. Пойду поплачу, блядь. Нет, надо, наверное, вот все-таки сюда бежать. Как-то умудриться. Я не знаю, как это сделать. Но это надо сделать. Блин, чуть-чуть опоздал с прыжком. Че, вы сюда не пойдете, хотите сказать? Ага. Пойдете все-таки, да? Я раскусил вас. Вы раскусены. Где он? Вижу. Это, короче, бой снайперов. У меня сейчас другой вопрос. Они бесконечно будут спавниться, да? Падла. Улизнул. Да что ты не стреляешь, пидор? Не понял. Он не стреляет у меня. Что случилось? Баги какие-то. В середине боя еще мне багов не хватало, понимаете. Ну понятно, короче, тактика. Тут, наверное, надо крупнокалиберную пуху брать. Нихуя их там заспавнило, гляди. Ебать. В очереди такие стоят, нахуй. Как бы меня убить, нахуй. Тут надо оружие массового уничтожения. Я понял. Вот эта вся хуйня, она не нужна вообще. Бесполезная дрянь. У меня патроны сейчас кончатся, кстати. Я у мамы снайпер. Бой с боссом называется. Пиздец.
пизда, блядь. Весь босс, нахуй. Ай-яй-яй, меня убили. Я рано вышел из укрытия. За что? За что вы так со мной всегда поступаете? На последних минутах матча. Ой. Дикая тварь из дикого леса. Ну а тут с ними биться это... Это сложно. Можно, наверное, конечно, тоже как-то. Ну, что-то вот впадло кувыркаться без остановки. А где сундук-то? Эй, блядь, отдайте сундук. Что ты будешь делать? Где сундук-то? Был сундук, явно. Мне показали сундук. Ничего не знаю. Может там? Да охренеть не встать. Сундук отдайте, козлы. Или вы не даете сундук, если я помер? Мертвым сундуки не нужны. Ха-ха-ха. Не, ну это... Какой-то... Это какой-то троллинг. Хейт его, хейт его дери. Может, тут еще где-нибудь проход есть? Не, ну я не вижу сундук реально. Это баг или не баг? Меня вот что больше интересует. Если это баг, тогда я пошел. А если это не баг, то дайте мне сундук, нахуй. Я пойду тоже. Жадины, говядины. Не дают сундук, не дают. Может, туда пройти можно, да, вроде бы. Вроде бы нельзя. Может, на выходе, блядь, из локации? Ой, короче, я не знаю. Это какая-то шляпа. Я слепой, блядь. Нет, ну я слепой, конечно, но не настолько. Сундук-то я замечу. Ладно, пойдем выйдем, потому что на выходе из локации правда. А если нет, значит рип сундук.
я никогда не узнаю, что там было. Блять, так это может всю игру похерить, потому что в сундуке мог быть этот, как его, прототип, протокол. Протокол. А без протокола я, соответственно... войти не смогу куда-нибудь. Но тут нету ничего, чё. Поздравляю вас, блядь. Вас наебали. Со страшной силой. Может еще раз зайти? Может заспаунился? Заспавниться, в смысле? Самое поганое, что я сохранку-то не сделал перед записью видоса, чтобы переиграть этого босса. А с него, наверное, какая-нибудь штучка падает хорошая, супер полезная. Например, вторая пушка босса или броня неуязвимости 2002 уровня. Почему 2002? 2018 уровня. Вот. Суки. Суки! Отдайте, блядь, сундук. Драные. Драные драни. Слушай, а может это... гениальный план. Может быть, это в этом в ядре заспавнился этот сундук. Очень может быть, потому что да. Очень может быть, потому что после убийства какого-то босса в еде появилась бочка, не бочка, типа сундука, что-то, короче. Ну-ка, дай-ка я до ядра сейчас быстренько еще схожу. Быстренько, блядь. Размечтался быстренько. Как ты быстренько сходишь? Чтобы быстренько сходить, надо быстренько до обелиска-то бежать. А ты не помнишь, где он стоит, блядь. Ну, если его там нет, тогда мои предположения на этот счет закончились. Блин, ну вы меня убейте, давайте, блять. Давай выпьем не ту хи... не ту штучку вместо хилки. Давайте сделаем все не так, как надо. Конечно. Почему бы нет, на? Здесь же вроде, да, где-то была. Подожди, ты я куда пришел? Что, блять? Тихо. Не надо. Это я пришел. Что, блядь? Сюда можно так попасть? Охренительные новости.
Вы раньше не могли сказать? Чувак, давай ты умрешь, а я дальше пойду. Достал. Охренеть. Просто охренеть. Кто бы знал. Да блин. 10 тысяч подтверждений еще. Ой. То есть в ту локу можно, оказывается, отсюда попасть. А из той локи еще куда-нибудь можно попасть? Я вот почему-то, у меня такое стойкое ощущение. Там надо еще, там надо просто еще побродить немножко. Ну, здесь сундуков тоже нет. Я не знаю. Это либо баг, либо произошедший, потому что меня убили. Либо я не знаю. The scourge is no more. Blessed be the prophecy. Здесь тоже ни хрена нет. Вот это что за дрянь? А еще меня интересует такой вопрос, как вот эти вот двери. Почему они закрыты? Вот. Почему они закрыты? Дело в том, что вот эта дверь тоже была закрыта. Я вот сюда вообще попал, подошел так к ней, она закрыта. Да, блядь, я пока... Нет. Короче, я подошел, она закрыта, но мне предлагают купить проход, и я купил. За 1000, что ли, за сколько? За 4. Я купил проход, она открылась. Ну, в общем, ладно. Видос на этом я, пожалуй, закончу. Куда идти дальше, я понятия не имею. Надо пронюхать. Пока.